Всем привет! Привет! Да, я вообще думала, что уже сегодня, в принципе, не выйду на связь, вот, потому что влог уже монтируется, вот, но, Варюшка, когда... Больно, да, Варюш? Варя, когда в Меге спускалась, уже мы одевались, она подвернула ногу, но тогда... Как я поняла, у нее нога прошла, но домой приехала, у нее снова заболела. Теперь она не может наступать. Но я вот понимаю, что это не перелом. Вот, но она просто подвернула ее. Мы помазали кремом и утянули все это эластичным бинтом. Теперь больно тебе, да, наступать? Вот. Варюшка даже плакала уже. Вот, поэтому, да, надо будет теперь как-то вот аккуратно. Теперь тебе лежать придется, Варюх. Да, зайка моя? Варюшка надела уже свое платье. Я говорю, Варя, давай хотя бы постираем его. Нет, мам, я так. А у меня новый боец Пайпер. У тебя новый боец Пайпер. У меня есть Пайпер. А у меня нет. У меня уже давно-давно. Вот, Тёмка, Варя, у тебя последний. Варя, я покупала за гемы зачем? За гемы? Ну, нормально что-то. Так, ну что, надо вот с ножкой твоей что-то делать, да? Лечить. Так что лежи теперь и отдыхай, хорошо? Травмпункт, да, зачем? Ну, это же у тебя не перелом, поэтому так вылечим, да? Проиграл. Отвез Варю в художку. Там художка, ай, не покажешь. Отвезли Варю в художку, сейчас надо заехать на Затулинку, забрать там Фаберлик, завести банки, сумку Сереге, на почту заехать. И, блин, вечером сегодня Тёмка на футбол пойдет. Так что вот так вот. Сейчас банки покажу, там много уже скопилось. О, целая куча баночек. Приехал на почту за посылкой. Сейчас заберем посылочку. Вот посылочка. Это, наверное, сумка Варина пришла. Но я вскрывать ее не буду. Погода холодная, минус 25 сегодня. Ужас. Скорее бы весна. Сейчас вот Фаберлик пошел забирать. Бр. Холодно. Фига там привезли. Шампуньки всякие. О, порошочек. Да, паста вижу. Что-то мне походу привезли. Ладно, Светка потом все покажет, как обычно. Папа едет сейчас на заправку. Забрали с художки, да, Варя? Угу. Тебе разрешили. Два занятия подряд осталось. Да, на следующий урок. Ну и правильно. 10:40 и на свой же. Потому на свое время. Пропускала, да, по-моему? Да, я болела. И вот разрешили из-за этого. Да. Это хорошо было. О, пробка. На заправке пробка. А, Вась, давай, а, да, приезжай, а, на место, давай, а. Так, моя малышка вернулась с художественной школы. Варя, как тебе понравилось рисовать? Да. Варю попросили на следующий, в следующую субботу прийти на два урока, так как она пропустила, да? Угу. Вот, Денис забрал вот эту посылочку Варюшкину. Как я и говорила, что должна была прийти сумка, да. Сумка-шопер. А давай, открывай ее. Что моя такое? Малышка приехала из художки, а мой малыш приехал. Малыш тоже приехал, только не из художки. Привез малышку. Давай. Открывай, Варюшка, и мы посмотрим. Да. Папа! Вот такая сумочка. Классная, летняя, принт вообще супер. Достаточно плотная, по качеству вообще неплохо сделано. Мне туда нравится рисунок. Сложить. Ну как тебе? Это... Вообще, я в 9 классе летом, я помню, носила такую, только у меня была черная. Мы только-только с Денисом познакомились, я с такими гоняла. Было очень удобно. Вот. Но мне нравится. Вообще сумки-шопперы сейчас очень популярны, и даже вот так ходить просто за продуктами, когда ты не хочешь брать пакет, сложил сюда продукты, очень стильно. Кстати, и круто выглядит. Можно брать форму, например. Да, круто. Ну вот в лагерь пойдешь, там что-нибудь может это. Да, в лагерь летом все равно будешь школьный ходить. Как в Ардынку поедем, может там что-то, да, там на пляж поехать, там шлепки. Вообще, да, сумка огонь просто.
Идеальные. А тебе покажу? Нравится самой? Да. Супер. А так у меня только такая, например, сумка есть поясная. Там только телефон складываешь и все. Больше да, ничего. Больше ничего не влезает. Ну вот, а теперь вот так. Супер. Ну и давайте небольшую распаковку Faberlic. Это часть заказа, далеко не весь заказ, потому что я заказывала новинки, они придут только в конце февраля. В общем, это каталог. Потом вот такой Faberlic Бурматиков. Здесь новая коллекция и кое-что из старой коллекции. Я кое-что заказала уже себе, вот, но придет чуть позже. Дальше Денису взяла вот такой шампунь, гель для душа 3 в одном. Дальше вот такой шампунь просто. По-моему, он универсальный. Да, все верно. Прикольно. Как тебе нравится аромат? Так, дальше. Да, ты попробуй пока этот. Ну, там шампунь типа для тела, для кожи и для чего-то еще, для волос. Короче говоря. Так, дальше. Концентрированный бальзам для мытья посуды у нас закончился. Давай, ты нюхай. Хотя есть посудомойка, нюхай носиком. Что, вкусненько? Хуя улетел. О, прям неплохо. Так, и вот такой еще лайм. Лайм мята. Гель для мытья посуды, еще один. О, лайм. Обожаем вот эти зубные пасты. Я их всегда беру. Взяла сразу две. Дальше. Губка для обуви у нас закончилась, поэтому я взяла новую. Вот эти порошки просто супер. Мы их обожаем. Я уже делала как-то обзор на них. В Инстаграме у меня есть. Посмотрите, если кому-то интересно. Взяла в этот раз Альпийские луга. Две штучки, но они есть и другие. Вот. Ароматы. Как 3 килограмма обычного порошка. Его действительно хватает надолго. И безумно крутой порошок вот этот. Да, это я вообще взяла брату. Надо было отдать. Дальше, помада. Это новинка у Faberlic. А лак. Лак, помада, лак. В общем, она очень блестит на губах. Сейчас покажем. Давай. Нет, нужно крутить. Да. Не знаю насчет цвета, я просто взяла попробовать. Ладно, потом покажу. И вот часть заказа только пришла, это спортивные штаны пока. Их нужно померить, если не подойдет размер, нужно сдать и поменять. В общем, нужно посмотреть. Вся остальная часть заказа придет только в конце февраля. Это рисуночек, который Варюша сегодня нарисовала на художке. Не до конца готовый, да? Но енотик потрясающий. Просто такой лапулечка. Так, ну и в общем, смотрите, вот штанишки. По размеру прям идеально подошли. Ну, нужно, конечно, белье другое, не черное, но вообще прям хорошо сидят. А ты наш рисунок. Дождусь остальное, и будет вообще неплохо. Еще, да-да-да, мы же подстригли Тесси. Ну-ка, покажи ее. А то не видно. Вот она, вот она. Теперь она снова похожа на крысу, на лысую крысу. Да, вот такая вот она. Я сразу вспомнил. Подстригаем ее редко, ну, потому что мне лично не нравится, когда она лысая, но уже нужно было ее подстричь. А у Тесси через 8 дней будет день рождения. Да-да-да, у нее 20 февраля день рождения, совсем чуть-чуть осталось. Дай целовать. Ей будет 2 годика. Она теперь все, ее Варя отучила целоваться в рот, и все, она теперь не хочет. Как подстригли? Чувствую, нет, никак подстригли. Вообще уже недели 2-3, наверное, она уже. Да, Варюнь? Что? В губы не целуется. Да? Ну все, заигралась, заигралась. Что будут глисты. Да, мне девушка одна написала вот в Инстаграме о том, что могут быть глисты. Я говорю, мы ее глистогоним, она у нас не гуляет, в принципе, по улице. Она говорит, наша так же, но все равно у дочки глисты появились. Вот, я говорю, Варя, все, не целуй. Только вот. Руки, она близкая. Да, и Варя перестала ее целовать, и Тесси вот тоже перестала целоваться. Так, ну что, штанишки? Штанишки вообще супер. Не знаю, мне кажется, я прям рада. Мы ее купили. Да, вот у Тёмочки новая кофточка, ту, которую мы покупали на прошлом влоге, да? Вот, кто смотрел, тот видел его, Тёмку, в этой кофточке. Вот, вообще, я села рассказать немного о другом.
о том, что наши дети больше не будут ходить на спортивные бальные танцы. Тёмка туда отходил целый год, Варюшка полгода. Ну, вот Тёмка, допустим, взять его, да, он год ходил. Нет, безусловно, это все хорошо. Это спорт в любом случае для ребенка. Но за целый год, ну, как бы, тренер особо ничему-то их и не научила. Ну, то есть получается, что они делают? Ну, квадрат, да, там, квадрат с поворотом, там еще что-то, ча-ча-ча. А больше ничего. То есть целый год они ходят и делают одно и то же. Не знаю, мне почему-то казалось, что уж за год-то можно чему-то их и получше научить. Вот. Снова тренер уже второй раз отправляет на соревнования, но я понимаю, что ну какой в этом смысл в этих соревнованиях? Ну, придут показать вот этот квадрат опять, да я не понимаю этого. Вот, возможно, я не права, но как-то так. Да и Варя не успевает делать уроки с этими танцами, потому что танцы заканчиваются уже ближе к 9. Вот, и получается, ну я много раз говорила, что она не успевает с танцами делать уроки. Знаете, почему я хожу на танцы больше Вари? Потому что я без Вари занимался. Да. Она ходила на, я не знаю, на какие танцы. На другие танцы она ходила сначала, да. Ну и в общем, сегодня Тёмка у нас идет на что? Футбол. На футбол. Вот, он ходил как-то уже в 4 года на футбол, пробовал на пробное занятие, но Тёмка испугался свистка тренера. Вот, испугался, заплакал, и что-то пошло не так, в общем, да? Но тогда ты был совсем маленький, я правильно? Только один гол вот так вот. И все, да, и бежать. Ну ладно, ну тебе уже 6,5 лет, мне кажется, что сейчас уже можно попробовать. Там такой огромный зал был. Да? Да, точно, был большой зал. Ты еще следила там вот такая штука? Сверху, да, я сверху была, точно. Вот, но сейчас мы идем в нашу школу. Тёмка, в принципе, нашу школу уже очень хорошо знает, да? Он туда ходит и просто на дополнительные занятия перед школой, да? И вот на танцы ходил, сейчас на футбол. Ну, по крайней мере, это место тебе знакомо, да? Вот, знаете, поэтому... почему я сегодня не ходил в школу? Потому что мама время перепутала. Представляете? Я завела будильник на час раньше. Я говорю, все, нужно собираться быстрее, одеваемся. Денис с Тёмкой уже выходят, сели в машину, и все. И Денис говорит, ты чё, время не то, и просто еще час до того, чтобы выходить. Я такая, ладно, просто... заходите уж домой, не пойдете тогда в школу уже. Я куда посмотрю на время, там, мам, там 8:40, куда? А надо было в 9:40 выходить. Ну, в общем, ну я не знаю, почему так неправильно завела будильник. Ну, в общем, что я еще хотела сказать. Вот, Тёмка попробует на футбол ходить, да? Но я надеюсь, что понравится тебе футбол. Это, в принципе, круто. Я в детстве тоже увлекалась футболом и все детство играла в футбол. Каждое лето вообще супер. У меня уже 393 подписчика в ТикТоке. Да. В общем, что я еще хотела сказать? Я их записала на пробное занятие по брейкдансу еще. Вот, Варюшка очень-очень ждет именно на брейкданс попробовать. Да, и Тёмка. Опять же, Тёмка на брейкданс пробовал ходить 2 года назад также, да? Вот, но тогда ему было тяжело, и, в принципе, тренер об этом сказал, что он еще маленький, вот. Но мне кажется, сейчас у тебя получится, как ты думаешь? Ты прям такие финты крутые делаешь на... Да-да-да-да, типа того. Вот, но попробуем. Почему бы и нет? Если получится, то 2 раза в неделю попробуем ходить. Вот, и Варя, и Тёма, ну посмотрим, кому понравится, тот и будет ходить, да? Кому не понравится, что ж, дома будем сидеть. Я такой захожу на кого-то эфир, смотрю, там сундук, я открываю, там сразу мне прилетает 16 монет. Тёмка просто сидит в ТикТоке, смотрит прямые эфиры, открывает сундуки, зарабатывает эти монетки, чтобы потом снова разыграть, купить сундук, разыграть этот сундук, и чтобы ему были подписчики. В общем, сложная схема, но Тёма, у тебя там много уж подписчиков, ты молодец. Уже больше вас. Да. У Тёмки больше подписчиков, чем у нас с Денисом на странице в ТикТоке. И у вас больше видео и лайков. Ну, ничего. Ладно, все, в общем, нам пора собираться на футбол. У вас было больше подписчиков? Так, ну что, едем мы на танцы. Я заехала... Ой, на танцы, говорю, на футбол едем мы. Дети,
заехала, купила ему воду, потому что у него обе бутылки треснули от воды почему-то. А то ему девочка на танцах сломала, грубо говоря, уронила со скамейки, она треснула. Ты сказала, и вторая треснула. Нет, треснула от падения, в смысле. Вот, а вторая, я даже не знаю, почему крышка у него тоже поломанная, не знаю, что с ней произошло. Вот. И что-то я понимаю, что мы едем рано. Я привыкла выходить, что мы пешком идем, да? И все, а теперь что-то мы рано. Покатаемся, да? Папа так катился, что даже вода вот так упала, и я еле спас. Да? Ты еле спас воду, понятно. В общем, отвели Тёмку на футбол, на первое занятие. Пока он переодевался, вроде все было нормально, выбегает, плачет из раздевалки. Говорит, мне мальчики сказали, если тебя будут бить по животу, ты не плачь. Кошмар. Вот это вот прям перед первым занятием, мне кажется, это то, что нужно было услышать ребенку, который так переживает. Позорно? Кошмар какой-то. Что это старшики? Ну да, я так поняла, что это старшая группа, мальчики. Вот, ну, я так поняла, он с ними заниматься не будет, но осадочек все равно остается. Ой, господи, мамы дорогие, воспитывайте своих детей, чтобы вот такого не было. Это вот явно же идет это из семьи. Вот зачем так говорить? Я не понимаю. Вот, допустим, взять Варю. Да она никогда в жизни бы такого не сказала никому. Вот, ну, что в семье такого происходит, когда вот так говорят? Будут бить по животу, ты не плачь. Что это вообще? Я не поняла. Какой-то кошмар просто. Да, Варь? Воспитание у детей, ну, ноль просто. Взять тот же случай, когда нам сумку просто на горке разорвали. Дети просто изверги пошли, изверги. Так, Тёма вышел с футбола. Тёма, рассказывай свои эмоции. Хорошо. Тебе все понравилось? Ты будешь еще ходить? Серьезно? Еще 500 лет еще. Еще 500 лет будешь ходить? А что? Что ты делал там? Рассказывай. Я там кинул. Пнул, да? Потом отбил, и я потом опять кинул. О, только не кинул, а пнул, наверное, ногой, да? Это круто, там молодец. Вообще один здоровый играет, с ним играть невозможно. Он большой, он, да? Он всегда такой на воротах стоит. А, ну он вратарь. Ну ладно, я рада, что... Ну что, какой зал был? Рассказывай все, что было. Вообще давай. Огроменный там, зал был, там, да? Там один вообще какой-то кабан, с ним играть невозможно. Он всегда на воротах стоит, он такой говорит. Ну он давай просто постарше тебя. Давай ты на следующий себя раз на воротах будешь стоять. Да, я он так согласился сказал. И ты согласился быть вратарем? Ай, ты мой хороший мальчик. Не, я тоже как Кобяков. Ты как Кобяков? Ну я так рада. Папа у нас пошел за шаурмой. Так, что тут дети? Конфеты жуете? У папы, смотрите. Конфеты. Не, мятная. Мятная попалась. Да. А здесь он выкидывает весь мусор. Что это? Заказал? Да? Ну все, хорошо. Хватит воровать конфеты. Ну а что, а на брейк-данс пробовать пойдем? Пойдем, да? Я тоже. Да, ты тоже пойдешь. На карате. Не, на карате тебя не берут пока, Тём. Почему? Ну, берут туда, где далеко ездить. Mm. Вот, а здесь в школу набор давным-давно закончен, ясно? Где мы, где Ульяна или что? Да. А это что? А это что тут? Через флешку. Это дети Серёжа дал попользоваться. Так, Дениска зашел, пока купил бананчики. Лимон. Виноград, кишмиш, да? Mm-hmm. Вот этот, который без косточек. Дети только его едят, без косточек. Только я такой. Тоже его только ем. Да, я тоже. Я с косточками вообще терпеть не могу. Вот и шаурма. Детям с мясом, но без помидорок. Мне какую ты взял? Цезарь, да, попробовать взял? И Денису обычную мясную, правильно? Ну, в чем мясная? Классическая. Мясо-то одинаковое. Да. Ну, с мясом. Вот такая.